это готовая программа, которую никогда никто не слышал, и мы в том числе тоже. Мы определили только, что мы будем играть и в какой тональности, так, чтобы хотя бы что-то было ясно. Даже если мы какие-то темы определяем, мы все равно в ней много импровизации закладываем в нее, потому что мы не играем по нотам, мы играем от себя, то, что нам вот в этот момент хочется и то, что мы чувствуем. Мы как-то все на одной музыкальной волне, на одном уровне музыкальном, и я очень благодарна этим музыкантам за такую поддержку. Я сразу понял, что это будет необычно, и значит, будет импровизация. А там, где импровизация, это уже необычный концерт. И что там будет происходить, будет ясно только на концерте. Сегодняшний вечер с Эмрамом собрал людей из нашей страны, из многих других стран, и это очень здорово. Я хочу представить наших великолепных музыкантов, которых вы видите на сцене. Это Эмрам, Марьям и Дмитрий. Дмитрий из проекта DLA. Я думаю, что мы уже настроили свои внутренние механизмы на восприятие этой космической музыки, так что ждем ее. Приветствуем еще раз музыкантов, всех вместе задаем волну этого вечера. Давайте, друзья! В каждом человеке есть определенные чаяния, переживания, определенные надежды. Каждый человек является носителем вот этой вот высокой субстанции души, которая живет переживаниями, которая живет красками переживаний, всей палитрой. И вот этот вот концерт может быть в какой-то степени попытка вторить вот этим переживаниям, палитре и передача вот этих вот высоких идей, которые, в общем-то, транслируются из музыкантов. И ожидание, и идея, наверное, для меня в том, чтобы раскрыться, насколько мне может позволить моя техника и вообще мое внутреннее состояние и вообще желание воплотить вот эту энергию, которая посредством звука, каких-то эффектов, каких-то музыкальных идей, фрагментов, она становится реальной. Thank you.
мы ловим вот эти потоки вместе, вот эту энергию. И когда это получается, когда мы сконцентрированы на этом все вместе, вот это, наверное, самое лучшее ощущение. Гигантский поток любви музыкальный. Я даже не знаю, как это словами объяснить. Это невозможно передать. Это свежий глоток, это вдохновение для каждого человека, особенно для творческого. Потому что сидит творческий человек и смотрит, как у гениальных музыкантов в реальном времени потоково рождается музыка. Прям приобщается к этому процессу, дотрагивается, и это как рождение ребенка. То есть не менее сакральный процесс. Я просто счастлив, потому что я вот когда-то услышал такую классную фразу: счастье – это когда получается. То есть неважно, там, что ты делаешь, вот именно тот момент, когда вот 100% ты думаешь, видишь, что да, вот это вот оно. Вот ради этого, конечно, я, наверное, и живу. Вдохновение, его не надо ждать. Оно приходит в процессе. И вот цель концерта – это передать это состояние счастья людям. Очень важно, чтобы мы друг друга чувствуя, еще и могли транслировать в зал эти ощущения. Просто можно представлять, музыка образная. То есть если у человека возникают образы, это хорошо. Значит, есть чем думать.